Волга – великая русская река. Без нее невозможно представить себе Россию. Но во многих странах мира это название связано с маркой автомобилей, выпускаемых в старинном волжском городе Горьком. Автомобили ГАЗ. Вот уже более 60 лет Горьковский завод производит автомобили разных моделей и назначения. Со временем изменилось многое – конструкторские решения, форма. Но в традиции завода остались незыблемыми высокая прочность и надежность. Основная продукция Горьковского гиганта – грузовые автомобили. Прочность и надежность этой модели поистине проверены временем. Завод выпускает ее вот уже второе десятилетие. Секрет такого долголетия – оптимальная конструкция машины. Два ведущих моста грузовика обеспечивают высокие тяговые качества и проходимость, которую можно сравнить разве что с проходимостью гусеничных транспортных машин. Грузовики выпускаются как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Горьковские автомобили способны работать в любых климатических условиях, на любых дорогах и даже там, где их нет. По желанию заказчика, автомобиль поставляется в различных модификациях, в основном для работы в сельском хозяйстве и промышленности. Например, такая передвижная мастерская для оказания технической помощи в труднодоступных районах. А эта модель создана специально для сельскохозяйственных работ. И снова высокая прочность. Все конструктивные детали машины проходят самые современные испытания. Так на вибростенде воспроизводятся все нагрузки, действующие на автомобиль при его движении. Результаты стендовых исследований подкрепляются во время полевых испытаний на специальном полигоне. Достоинство, заложенное в конструкции, современное производство воплощает в металле. Оборудование для выпуска автомобилей ГАЗ изготовлено ведущими станкостроительными фирмами мира. Широко внедряя новую технику, завод заботится не только о повышении производительности, но главным образом о повышении качества машин. Не допускающие ошибок, неутомимые роботы-сварщики не пропустят ни одной точки сварки. А это значит, что каждый кузов будет сварен в точном соответствии с технологической картой. Строгое соблюдение технологии гарантирует прочность и долговечность автомобиля в эксплуатации. Современное производство – это автоматические и поточно-механизированные линии, транспортные конвейеры, промышленные роботы, манипуляторы. На ГАЗе они используются на многих участках для самых разных операций, так как залог высокого качества продукции – применение прогрессивной технологии. В кабине грузового автомобиля
созданы оптимальные условия для работы. Регулируемые сиденья, удобное расположение приборного щитка и, конечно, отличная обзорность. Сброс кузова на три стороны обеспечивает дополнительное удобство при эксплуатации. Устойчивая малая скорость и возможность агрегатироваться с различной техникой значительно расширяют сферы использования грузовика в сельском хозяйстве. Большое место в экспортной программе Горьковского завода занимают легковые автомобили. Без капитального ремонта эти автомобили могут пройти 400 тысяч километров, что превышает расстояние от Земли до Луны. Легковые автомобили «Волга» выпускаются заводом в разных модификациях. Модель ГАЗ-3102 унаследовала все традиционные качества своих предшественниц. Салон автомобиля удобен и вместителен. Компоновка узлов и агрегатов облегчает работу по техническому обслуживанию. Несомненное достоинство автомобилей ГАЗ – простота обслуживания, надежность в эксплуатации и долговечность в использовании. Вместительность машины – залог ее успешной работы в качестве такси. А модификация с универсальным кузовом поможет при транспортировке небольших партий грузов. Автомобили ГАЗ надежные, прочные и долговечные. Выпускаемые Горьковским заводом грузовые и легковые автомобили будут верными помощниками в автомобильных перевозках, в деловых поездках и путешествиях.